В Новосибирской области начались всероссийские сельские игры. Эти уникальные соревнования в полном объеме транслирует наш телеканал. Главные старты на площадках Бердска, а торжественное открытие час назад прошло на стадионе «Заря» в Новосибирске. Там сейчас работает Константин Бухтатов. Здравствуйте, Константин, вам слово. Здравствуйте, Иван! Давайте все обо всем по порядку скажем. Подошел к концу первый соревновательный день. И важно, что он подошел на такой достаточно оптимистичной, на такой достаточно хорошей новости, что Новосибирская область выступает хорошо. Давайте обо всем по порядку. Что такое сельские игры? Ну, для тех, наверное, кто впервые слышит о таком понятии, это будет удивительно, потому что помимо известных всем видов спорта, шашек, шахмат, гиревого спорта, лыжных гонок, палеотлона, есть и три таких интересных достаточно старта. Это соревнования среди механизаторов. Механизаторы, они стараются как можно грамотнее, как можно интереснее и, главное, как можно быстрее управлять трактором. Это мы все увидим уже завтра в прямых трансляциях телеканала ОТС. Есть соревнования дойеров. Там важно собрать доильный аппарат как можно быстрее и оказаться быстрее другого. Ну и третье интересное состязание спортивных семей. Спортивные семьи уже сегодня начали состязаться. И для тех, кто следил за соревнованиями, я думаю, равнодушным не остался никто, потому что там на Канстрасе действительно самый-самый интересный. Немного цифр добавлю. Более тысячи участников из 58 регионов нашей большой необъятной страны. Новосибирскую область на этих соревнованиях представляет 30 спортсменов и тренеров из 9 районов нашей области. Все участники, все спортсмены, тренеры отмечают организацию соревнований, организацию гостиниц, еды, спортивной составляющей. Все действительно здорово. И я думаю, вот те два оставшихся дня, которые еще будут продолжаться в Бердске на всех спортивных аренах, они подарят и спортсменам, и тренерам, и болельщикам только положительные эмоции. Ну а мы будем следить за тем, что происходит на спортивных площадках, и сообщать вам в прямом эфире телеканала ОТС «Иван». Спасибо, Константин Бухтатов, с открытия всероссийских сельских игр.